Представительница креативного класса у нас в гостях. Представительница, более того, солнечного Дагестана. У нас сегодня Дагестан, вот у нас есть даже дагестанский столик. У нас две представительницы солнечного Дагестана. Одна из них три! О! Только у нас уже получается триумвират. Ну, это уже заявка. Так я приглашаю своего нового друга, я надеюсь, нашего партнера Международного дипломатического клуба Микабельди. Мы только познакомились вот воочию, мы до этого созванивались, мы в таком аудиорежиме были знакомы. Девушку с таким красивым экзотическим именем Рабият. Давайте поприветствуем ее, продюсер. Там же, на дальних рубежах нашей необъятной родины, а к нашей родине относится также Индия, потому что мы все, это индоарийское племя, это все наша вот империя духа, как сказал в свое время Николай Клюев, он же так сказать, альтер-эго Николай Гумилев, он сказал «Индия духа», а он сказал «Белая Индия». Расскажите про Индию и про то, что вы делаете, про ваш проект, и приглашайте всех на премьеру. Прошу вас. Ну, мы... Я в Индию ехала не чтобы снимать российско-индийский фильм, но получилось так, что я стала каким-то мостом. И у нас так вот получается, что все фильмы collaboration. То есть мы снимаем вместе. Мы уже сняли один фильм детский «Лучшие друзья», если кто слышал об этом фильме. Будет у нас прокат 25 марта, я так понимаю, на весенние каникулы мы начинаем. Это детский фильм. Очень добрый, очень такой правильный, как мне кажется. Не потому, что я выступала как продюсер, а потому, что реально тот сценарий, тот проект, который согрел, есть такие проекты, на которых можно работать бесплатно. Вот это и был такой вот приятный проект. Когда будет премьера, ребят? Премьера у нас 25 марта. Мы начинаем прокат в России, и потом, я думаю, параллельно в Индии тоже. Да. Отлично. Итак, все на премьеру. И как называется фильм еще раз? «Лучшие друзья». «Лучшие друзья» — это про нас! Браво!